Голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в Воронежской области, это часть федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда». Я как волонтер должна принять в этом участие, поскольку хотелось внести свой вклад в это дело, чтобы увидеть, как наш город улучшается и как комфортно здесь жить. Набор волонтеров на всероссийское голосование за объекты благоустройства продолжается. Им может стать любой житель региона с 14 лет. Достаточно зарегистрироваться на платформе добро.рф. В голосовании примут участие 12 населенных пунктов Воронежской области. Виктор Шацкий, 41-й телеканал, Воронеж.